Илья, ты пришел в команду во второй половине, в весенней части чемпионата. Далась она нам не просто, лишь в последнем туре мы смогли удержать позицию в ФНЛ. Как ты думаешь, в чем причина вот этих проблем весенних? Ну, я не знаю, игра как-то вроде подготовились хорошо на сборах. Не знаю, играли, так результат складывался. Хорошо, что в концовке нам удалось добиться результата, выиграли две важных игры, с Кубани вырвали так ничью. Не знаю, в чем причина, но так команда постоянно обновляется, и чтобы сыграться, надо определенное время. Я думаю, в этом есть как бы причина, возможно. Короткий был отпуск, как удалось отдохнуть, удалось ли отдохнуть, где, как? Да, удалось отдохнуть с женой и в Турцию слетал на неделю. Так хорошо прошел отпуск, продуктивно, спокойненько. Как сейчас себя функционально чувствуешь? Как идет подготовка? Ну, подготовка началась хорошо, как в рабочем режиме, так можно сказать. Функционально еще не готово, я думаю. Будем потихоньку набирать. Месяц как раз есть до чемпионата. И думаю, что должны подойти в оптимальной форме. Будет, ну, как бы нагрузки хорошие. И я думаю, что должно быть все хорошо. Многие опытные футболисты покинули нашу команду, и вот на тебя в том числе сейчас, наверное, ложится дополнительная функция и футбольная, и какая-то вот околофутбольная. В раздевалке чувствуешь на себе дополнительную ответственность? Ну, не то что ответственность, так нормально, не знаю, как сказать правильно. Нормально к этому подхожу с ребятами, со всеми, кто новенький, если надо, кому-то подскажу, что надо сделать, и, там, как в быту. То есть, ну, спокойно, все нормально. 3 дня команда тренируется, как даются нагрузки? Хорошо, вроде все пацаны в хорошем настроении, все нормально, нагрузки вроде все переносят достойно. Спасибо.